Нападение беспризорных собак в последнее время – одна из главных фобий россиян. Сбиваясь в стаи, они становятся более агрессивными, чего и боятся люди. В конце мая на 13-летнюю девочку в Артеме напали безнадзорные псы. Ребенок остался жив, но получил телесные повреждения и множественные ссадины. И такие случаи в крайне редкость. Эту проблему нужно решать, говорит общественность. Необходимо строить приюты и стерилизовать отловленных собак. И случаи в Артеме, и случаи, которые у нас с вами были в краевом центре, а сейчас это федеральный центр Дальневосточного округа, поверьте мне, всему виной человек. Всему виной человек. Один потерял, другой не знает, как ему помочь, куда эту пойманную собаку определить, где ее на время закрыть. Когда будет эта служба и будет эта площадка, поверьте мне, калитка не будет закрываться. Начиная с 2014 года, отлов безнадзорных животных – это полномочия администрации города Владивостока. На пресс-конференции Константину Шестакову, который сейчас исполняет обязанности мэра Владивостока, был задан актуальный вопрос. Проблема общероссийская, мы это понимаем. В ряде муниципалитетов Приморского края уже есть решение по строительству питомников для бездомных животных. Будет ли как-то проблема решена в нашем городе? Когда говорим о текущем моменте, мы говорим о стерилизации и чипировании. Эти средства были предусмотрены бюджетом субъекта. Еще там в свою бытность зампреда я защищал эти средства на бюджетной комиссии. Поэтому по муниципалитетам эта работа будет проводиться. И Владивосток, безусловно, не исключение. Сейчас рассматриваем как минимум две площадки для размещения такого центра. Тем временем странные вещи происходят в районе Снеговой Пади. В лесу неизвестные установили полевую кухню, где разделывают и едят животных. Полиция заинтересовалась этим местом, и если подтвердится факт жестокого обращения с животными, то виновные могут понести уголовное наказание. Анна Дьякова, Екатерина Князева, Денис Фадеев, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.